Сегодня проиграли. Что не получилось у команды? Не получилось выйти из первых минут, начать играть в полную силу. Можно сказать, вышли расслабленными. Пропустили ненужный фол, ненужный гол, сфалили около штрафной. Чего не требовалось, и вот пропустили гол. Стало ли неожиданностью выступление трех игроков с основного состава, которые ввели всю игру в первом тайме? Да нет, неожиданностью это не стало. Мы знали, что они будут играть, готовились к этому, ничего страшного в этом нет. Просто, говорю, еще раз повторюсь, не донастроились, с первых минут не вышли на игру. Потом были у команды моменты, можно сказать, что не повезло? Да, можно сказать, что тоже дольки везения не хватало нам. Попали в штангу, много моментов растранжирили.